Определитесь и создайте в вашем воображении ваш идеальный мир, ваш идеальный образ, ваше идеальное окружение. Чем вы хотели бы заниматься? Скажем так, если у вас уже на банковском счете миллион или 10, стали бы вы заниматься тем, что делаете сейчас? Я имею в виду вашу работу. Если вы ответили утвердительно, то вы уже нашли себя, свое истинное предназначение в жизни. Если нет, отрицательно, не отчаивайтесь, все в ваших руках, у вас все впереди. Вы уже определились суммы, которые вы хотите иметь в месяц? Смотрите главу 9. А теперь подумайте, какую жизнь вы хотели позволить на эти деньги. Какую квартиру, машину, дом, может быть, вам надо больше? Пишите больше. А можете сначала написать то, что вы хотите иметь, а затем подсчитайте, сколько вам это будет стоить, какие у вас будут расходы. Пишите все, о чем вы мечтаете. Будьте откровенны сами с собой. Все для вас. Все, что желает ваша душа. А вы ведь действительно достойны этого, не так ли? Какая ваша любимая машина? Вы хотите Mercedes, Lexus или Ferrari? Подумайте, какие чувства у вас вызовет приобретение новой машины? Что вы будете испытывать? Радость, воодушевление, восторг, экстаз? Представьте ваши чувства и пропустите их через себя. Необходимо закрепить в сознании мысль о том, что желаемая машина уже ваша. А также зарядить этот образ эмоциями, энергией и верой. Вы и новый Lexus уже вместе, он уже ваш. Вы сделали это, вы обладаете им в своем внутреннем мире, вы радуетесь, празднуете это событие. А может быть, вы хотите личного водителя? Считайте, что он уже в вашем распоряжении. Вам нет отказа ни в чем. Это же ваш мир, который вы создаете сейчас своими мыслями и своим воображением. В каком доме вы хотели бы жить? Вы хотите жить в Нью-Йорке на 5-м авеню? А как насчет собственного дома с видом на океан и с огромным садом с экзотическими деревьями? Представьте свой новый дом во всех подробностях. Какой он? Где он расположен? Вид из окон? Сколько комнат? Расставьте в нем мебель. Представьте, какой красивый вид открывается с вашего балкона на океан. Ощутите себя в нем. Пройдитесь по всем комнатам, сядьте в кресло, осмотритесь вокруг. Какой красивый вид открывается с вашего балкона на океан? Конечно, вы любуетесь этим видом вашим любимым. Услышьте эти звуки и голоса, а может быть, у вас в гостях ваши близкие друзья, которые очень рады за вас, поздравляют и восхищаются вашим домом. Творите свой идеальный мир, выбирайте только самое лучшее для себя, то, что принесет вам радость и счастье. Ощутите чувство восторга, радости, удовольствия от исполнения вашей мечты. То, что вы представляете и ощущаете как реальность, обязательно осуществится, даже если все объективные признаки свидетельствуют об обратном. Это слова моего одного из моих любимых авторов Джозефа Мерфи.